Дубинки, наручники и бронежилеты. Сотрудники госавтоинспекции организовали полосу препятствий для воспитанников профильного отряда «Факультет мужества». Мероприятие делилось на две части. В практической дети ощутили себя инспекторами ГИБДД, а в теоретической вспомнили правила поведения на проезжей части. Если горит красный свет для автомобиля, лучше остановиться. Или если пешеход, то если горит красный свет, то лучше посмотреть направо и налево и убедиться, что машина остановилась. За 7 месяцев 2021 года на территории ЕАО зафиксировано 17 ДТП с участием детей, в которых 17 несовершеннолетних получили травмы. Подобные мероприятия через игровую форму предупреждают ребят о последствиях, тем самым сокращая несчастные случаи. А если разбирать эти дорожно-транспортные происшествия по виновности, все-таки кто был больше виноват в тех ДТП, в которых пострадали дети, то печальная статистика говорит о том, что это все-таки дети-виновники в данных ДТП. Из этих 17 ДТП, 10 ДТП как раз-таки произошли по вине несовершеннолетних участников дорожного движения. Как признаются ребята, встречу с полицейскими ждали. Они еще раз вспомнили правила поведения велосипедиста и пешехода на проезжей части и интересно провели время все вместе. Дарья Куприна, Денис Листюхин, Новости 21.